Доброе утро, уважаемые телезрители. Вы, главное, не волнуйтесь, у нас идет репортаж не с горячей точки. На самом деле, просто у нас утро понедельника, и мы снова готовим здоровый рецепт. Правильно, Ян? Да. А за решеткой я совершенно по хорошему поводу. Я на самом деле в естественном курятнике агрофермы, и мы с вами сможем сегодня приготовить уникальный салат из свежайших куриных и перепелиных яиц. Салат мы назвали экспромт. Мы гуляем просто по огороду и собираем все, что нам попадается на глаза. В данном случае у нас попались листья салата. Шпинат. Шпинат. Будем пользоваться редиской в нашей салате. Это бурачный листочек. Совершенно удивительно нежный по вкусу. Ничем не отличается от, например, покупных, да, салатных смесей. Основа этого блюда, конечно же, яйцо. Яйцо считается эталонным вообще-то белком. Это замечательный диетический продукт. Мало того, оно достаточно хорошо и легко усваивается. Намного лучше, чем мясо, да, или даже та же рыба. Быстрее. Вот это, видите, такое голубое яйцо арауканы, называется порода. А это мараны. Вот эта порода куриц полудикая. Считается, что их яйца особенно полезны. Ну, если у вас таких нет, уберите обыкновенные. Про яйца Наталья рассказала. В виде заправки мы будем использовать сыр рикотта с укропом. Зелень в основном рвут, потому что при нарезке ножом она окисляется и очень быстро чернеет. Мы как художники сделали зеленую основу, да? Сейчас добавим бело-красного, рассыпать. Ой, прекрасно, прекрасно. Смотрите, как уже глаз радуется. Заправку Ян предложил сделать из рикотты. Рикотта имеет мягкую такую консистенцию, очень нежный сливочный вкус. Мы добавим туда немножко зелени. Белок лучше всего усваивается в сочетании с зеленью или сырыми овощами. Поэтому это очень хорошо, когда мы, например, с салатом едим какой-то омлет, да, или яичницу, или в саму яичницу добавляем что-то зеленое или овощное. Зеленая, такая яркая редиска и такие яркие яйца. Замечательно. Я за листовую зелень летом. А я за цветотерапию и за то, чтобы вы пользовались только правильными, хорошими, качественными продуктами. Активного вам понедельника. Ну, кстати, вторника, среды, четверга и пятница.